Ритуалы на Марс соединения с Альционой. Второй вариант – на нищету и поражение врагов, к нищете. Альциона управляет нищетой, а Марс – бизнесом. И их соединение дает отличную возможность оставить врагов нищими и в слезах. Взять коробку конфет, поставить на алтарь, сказать: нищета, когда Марс в соединении с Альционой, стоит: тебя прошу я, отзовись, через посредника явись. Нищета сам выберет посредника для работы, чтобы вас не зацепить нищетой. Время ритуала безразлично, и продолжаем. Нищета, темный бог, тебя призвал, чтобы ты разорил моих врагов, их нищими, в отчаянии и безысходности оставил, чтоб эта безысходность вместе с нищетой навек их окружила, как стена. Тебя просил и заклинал. Конфеты стоят сутки на алтаре, после отнести на перекресток вместе с коробкой. Я еще раз напоминаю, что к нищете напрямую обращаться нельзя. Нужен посредник, но в данном ритуале он сам выберет посредника, потому что ситуация очень сложная. И с ним работать сложно, и время очень сложное. Поэтому доверяем ему этот выбор соответственно.